Поздравляем вас. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы прошли в следующий раунд и о матче с Хуэй Фань. Кажется, она довольно хорошо сопротивлялась. Ну да, в принципе, матч был такой плотный. Я что-то не мог угадать по дебютам, что соперница будет играть. Поплатился во многом. Могло все, конечно, кончиться намного хуже. Особенности в классической фазе матча. Ну, а в Рафите, мне кажется, преимущество было на моей стороне. Ну, где-то, конечно, там не дожал, но, в принципе, Рафит играл уже более собранно. А какой момент был критическим в классической стадии, где вы могли, где она могла лучше сыграть? Ну, вторая партия, конечно, я обезумел. Взял ладью на d4, после чего позиция получилась такая. Из такого типа, что шансы отмучиться большие, то есть защититься, но уже очень неприятная позиция. Такие позиции вообще лучше не получать, тем более белыми в каталонском начале. А, может быть, расскажете о вашем первом матче, как он прошел? Ну, первый матч, в принципе, я с моим соперником играл еще в 96-м году. Мы одногодки. Ну, конечно, он неплохой игрок, но в критические моменты чувствовалось, что для него очень тяжело дается напряжение. Ну и после того, как в первой партии я традиционно играл плохо, получилась такая позиция, наверное, которая должна заканчиваться ничью, но он там совершил зевок. После чего вторая партия уже была легче. Я был более уверен